Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Сюрпризы погоды. В Самаре прошел ледяной дождь. Как устраняются последствия стихии и какие распоряжения профильным ведомствам дала глава города Елена Лапушкина. Место не только для чтения. Депутаты городской думы проверили состояние модельных библиотек Самары и рассказали о будущих изменениях в этой системе. Посмотреть качественные фильмы и пообщаться с их создателями. В рамках фестиваля «Соль земли» прошел творческий вечер заслуженного артиста России Сергея Маховикова. Джазовые стандарты в оригинальной аранжировке и нестареющие хиты. В «Дирижабле» состоялся совместный концерт студентов и преподавателей Самарского института культуры и наставников музыкальной академии Ларисы Долиной. Защиту титула начнут матчами с «Химками». Баскетболисты Самары в 1/8 финала Кубка России сыграют с подмосковной командой. И начинаем выпуск сюрпризов, которые в очередной раз приготовила погода. Практически сутки в Самаре шел самый настоящий ледяной дождь. Службы благоустройства города на борьбу с непогодой вышли в ночь со вторника на среду, а утром и днем работы по устранению последствий стихии продолжались в усиленном режиме. Рабочие бригады проводили обработку и уборку всех городских территорий. Рассыпали реагенты на улично-дорожной сети и пешеходных зонах, внутриквартальных и внутридворовых проездах. В оперативном режиме трудились управляющие компании ТСЖ и ЖСК. За тем, как город приводили в порядок, следили и наши корреспонденты. Мария Лихачева сегодня вышла в рейс уже в 5 часов утра. Говорит, в водительском кресле чувствует себя комфортно. Без машины, которую она управляет, более 3 тонн. Однако работать на ней вовсе не сложно. Тут все как в привычном салоне автомобиля. Руль, педали и даже климат-контроль. Однако без практики не обойтись. Легко, потому что спецобучение, потому что опыт, практика. Кайф. Очень хочется... как можно быстрее проехать, как можно все быстрее посыпать, но сутки не резиновые, к сожалению. В Самаре непогода бушевала всю ночь и весь сегодняшний день. Предупреждение от синоптиков власти получили заблаговременно, поэтому городские службы заранее перешли в режим повышенной готовности. Превентивная обработка тротуаров и дорожно-уличной сети началась в 22:00 по всему городу. Основные задачи, естественно, это обработка спусков-подъемов, посадочных площадок, тротуаров, песком, бионордом, так, чтобы люди могли спокойно ходить и не падать. Рабочие бригады производят обработку во всех районах города. Так, компания-подрядчик, обслуживающая Самарский район, подчеркивает, все обращения жителей без ответа не остаются. Жалобы от жителей принимаем, все жалобы отрабатываем своевременно. Работа в этом направлении ведется непрерывно. Мы выезжаем, смотрим, тоже контролируем, находимся на участке непрерывно на территории. Повышенное внимание уделяется также подходам и подъездам к школам, детским садам, медицинским и другим социальным учреждениям. Где школы? Мы вот и также на Пятигорске, на Новорийской просыпали. Там дети идут, школы. Да, сейчас они спокойно проходят, никто не упадет. Прохожие замечают, город активно обрабатывают от наледи, однако и сами стараются позаботиться о своей безопасности. Кто-то даже наклеивает медицинский пластырь на подошву ботинок. Способ старый, но рабочий. Мы надеялись, что мы приедем, и здесь будет погода лучше, но не получилось. В данный момент стою, и видно, что посыпали, обрабатывали. Да. У нас в Москве проводятся те же самые работы. Сегодня в дневную смену вышли 3386 дворников и уборщиков территорий. В эту категорию попадают и бригады, которые трудятся в скверах и парках Самары, а также на территории набережной реки Волга. При уборке города задействовано 215 единиц техники. Из них 42 принадлежат управляющим компаниям. И первая уборка в 6 утра. 7 фотофиксаций выполненных работ. Поэтому я думаю, что качество работ зависит от того, что если есть постоянный дворник на каждом объекте. Мы стараемся это выполнять. Также на помощь городским службам пришли главы и сотрудники районных администраций. Еще дополнительно мы вывели 30 человек из администрации, в том числе я сама. Вот, и мы обходим, объезжаем район, и там, где видим ситуация сложная, там мы сами еще подключаемся, и невзирая на твое, мое, наше, все посыпаем. Помимо районной администрации, за качеством проведенных работ следит и муниципальное предприятие городского округа Самара «ГАТИ по благоустройству». По словам сотрудников профильного ведомства, инспекторы уделяют повышенное внимание и качеству уборки внутридворовых территорий. В случае ненадлежащего выполнения работ будут составлены соответствующие акты и протоколы, и недобросовестную управляющую компанию оштрафуют. Проверяют сейчас все районы, состояние и работы на улично-дорожной сети, но самый базовый их вопрос – это выход дворников и состояние дворовых территорий.
работы на них. В экстремальных погодных условиях гражданам рекомендуют быть предельно осторожными, а водителям – внимательными на дорогах. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Василий Колдашов, Николай Сидоров. События. В Самаре начали приводить в порядок улицу Елизарова. Напомним, с просьбой отремонтировать дорожное полотно обратились местные жители в рамках прямого эфира губернатора Дмитрия Азарова. Какие еще дороги планируют взять в работу, узнали наши корреспонденты, вернувшись из ночного рейда. Подробности в сюжете. На улице Елизарова от Победы до Металлургов работает техника. В ночь на 23 ноября здесь приступили к аварийно-ямочному ремонту. Отремонтировать проблемный участок жители просили Дмитрия Азарова. Губернатор региона поручил администрации города оперативно провести работы. Они начались, как только позволили погодные условия. Привести в порядок предстоит около 60 квадратных метров дорожного полотна. Вначале карту очищают от грязи и воды, затем заливают литой асфальтобетонной смесью. В течение там 15-20 минут она застывает, и все, и можно спокойно по ней ездить, наступать. Никакой вибротрамбровки, ничего нам не надо, она все как бы своего свойства, все приходит в хорошее состояние. Большая часть улицы мы сегодня за ночь планируем пройти. А это уже улица Алма-Атинская. С учетом обращений жителей, подрядная организация вышла на участок дороги от улицы Старозагора до Республиканской. Здесь работы ведутся по той же технологии. По словам специалистов, аварийный ямочный ремонт здесь временная мера. С наступлением следующего дорожно-строительного сезона этот участок будет отремонтирован уже большими картами. На этом участке улицы Алма-Атинской предстоит устранить недочеты на площади в 400 квадратных метров. Всего уже по Самаре приведут в порядок почти 2700 квадратных метров дорожного полотна. Тех разрушений, которые появляются на улицах вследствие вот этого цикла размораживания оттаивания, когда выпадает обильное количество осадков, потом настает плюс-минус вот эти качели и дают разрушения на объекте, которые в этом году, допустим, комплексным ремонтом или ремонтом карт не ремонтировались, но требуют к себе внимания, чтобы моментально в кратчайшие сроки снять вот этот имеющийся момент, что могут какие-либо аварии, то есть выполняется работа именно по аварийной ямочной ремонт. То есть хочу подчеркнуть, что это именно не ремонт картами на всю ширину и на всю длину улиц, это именно снятие какой-то напряженности, аварийности на отдельно взятых участках автомобильных дорог города. Аварийно-ямочный ремонт уже провели, в частности, на путепроводе по улице Физкультурной и на улице Земица. Это порядка 700 квадратных метров. Работы ведут, исходя из погодных условий, с учетом осадков и температуры на улице. Обновляют дороги ночью, чтобы не мешать движению транспорта. При этом учитываются данные мониторинга не только подведомственного МБУ «Дорожное хозяйство», но и обращения социальных сетей, в которых неравнодушные самарцы рассказывают об аварийных участках дорог. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. В Самаре в зонах метростроя идет разработка стартовых котлованов. На Галактионовской работы должны завершить к середине декабря, после чего начнется монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса. Щит пойдет в направлении Полевой-Новосадовой, где будет стыковка тоннелей. Специалисты отмечают, что работы в историческом центре города идут с опережением графика. Глубина котлована должна составить 21 метр. Выкопано уже более половины. Рабочие монтируют металлические пояса, которые станут каркасом котлована. Станционный комплекс будет залегать на переменной глубине. Если вблизи перекрестка улиц Галактионовской и Вилоновской 21 метр, то в сторону улицы Красноармейской около 16 метров. Это нужно в том числе для того, чтобы снизить влияние метростроя на дома в виде акустической и вибрационной нагрузки. Скорость продвижения под землей может быть довольно высокой, до 500 метров в месяц, но метростроители будут продвигаться медленнее, чтобы не навредить окружающим домам. И корпус технического университета, и соседний дом 139 по улице Галактионовской, который построен в 1985 году, и Самарский академический театр оперы и балета находится на контроле. Если оседание зданий превысит 5 мм, специальные датчики подадут сигнал. В приоритете на всех этапах остается минимизация неудобств для горожан. Сейчас все соответствует нормативным значениям. Кроме того, фундамент старого университетского корпуса метростроители решили укрепить заблаговременно. После завершения строительства первой ветки метро и ввода в эксплуатацию станции Театральный, интервал движения поездов сократится до 7-8 минут, а путь по всей ветке составит 20-25 минут. Абсолютно нужна. Мы видим, как буксует город в этих пробках. Я очень четко на себе почувствовала вот в жизни своей, вот в работе в этом учреждении, когда построили станцию около нас Российскую, и как я от Авроры добиралась, когда были заносы невероятные, не было машины, и машины тоже стояли в пробках. То есть у меня 7 минут практически достаточно было.
Новые модельные библиотеки – это не просто места для чтения, а настоящие творческие пространства современной инфраструктуры. Здесь можно проводить досуг с детьми и устраивать научные конференции, а также получить доступ к основным информационным ресурсам России, на которых хранятся тысячи книг. Чем обеспечены и в каких направлениях развиваются модельные библиотеки Самары, проверили депутаты городской думы и члены молодежного парламента в рамках выездного комитета по образованию. Михаил Ермоленко узнал все подробности. Центральная детская библиотека одной из первых в Самаре стала модельной. Теперь это место не только для чтения. Сюда приходят за самыми яркими эмоциями. В пространстве нередко проводят мастер-классы и фестивали. На полках свежая качественная литература, а в новой медиатеке доступ к крупнейшим электронным библиотекам России. Все это благодаря нацпроекту «Культура» и средствам городской казны. В будущем так смогут выглядеть большинство библиотек Самары. Все библиотеки будут приведены в порядок. И такие вот образцовые, конечно, они должны быть именно в таких больших масштабах, где, еще раз повторюсь, есть на места, где люди могут посидеть, провести какие-то мероприятия, провести творческие встречи. Во время выездного комитета депутаты городской думы и члены молодежного парламента также посетили библиотеки, которые планируется отремонтировать. На улице Аэродромной 58 сразу два таких пространства для детей и для взрослых. Посмотрели те проблемы, которые существуют в наших библиотеках, для того, чтобы определить определенные цели и задачи для дальнейшего включения в бюджет и реконструкции и проведения капитальных ремонтных работ. С 2019 года в Самаре создали 4 модельные библиотеки. В ближайшем будущем их количество может вырасти благодаря нацпроекту «Культура». 3 новые библиотеки появятся в разных районах города, чтобы как можно больше жителей смогли посетить современные пространства. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. В Куйбышевском районе Самары планируют открыть первую государственную социальную гостиницу для женщин с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба губернской думы. Сейчас в двухэтажном здании идет ремонт. Рабочие заканчивают внутреннюю отделку помещений, замену инженерных сетей и создают все условия для проживания маломобильных граждан. Гостиница будет рассчитана на 36 койко-мест. В ней предусмотрели все для беременных и женщин с детьми любого возраста. Проживающим в гостинице предоставят полноценное питание и помогут установить связь с родными и близкими. В Самаре состоялся гала-концерт – финальное событие обучающего интенсива от педагогов Музыкальной академии Ларисы Долиной. На сцене выступили студенты Самарского института культуры, педагоги и наставники. В Академии Долиной обучаются 16 студентов из Самарской области. Их лучшие номера увидела Светлана Кудрявцева. Студенты Самарского государственного института культуры и наставники Музыкальной академии Ларисы Долиной на одной сцене. Год назад народная артистка России собрала команду педагогов и создала академию, чтобы готовить востребованных, встроенных в профессиональную среду музыкантов. Самарский институт культуры стал первым пилотом, с которым академия подписала соглашение о сотрудничестве в мае этого года. Лучшие номера, поставленные за несколько месяцев обучения, зрители увидели в дирижабле на гала-концерте, который провела сама Лариса Долина. Это, мне кажется, очень красивая и правильная история. Я очень рада, что это произошло. Я счастлива, что первым городом, с которым мы подписали контракт, стал город Самара, потому что Самара необыкновенно музыкальный город, в котором есть какие-то определенные музыкальные традиции, и они поддерживаются. Народная артистка поблагодарила главу города Елену Лапушкину и всю управленческую команду за поддержку проекта и за то внимание, которое Самара уделяет сфере искусства и подготовке профессиональных музыкантов. В Академии Ларисы Долиной обучаются 16 студентов из Самарской области, в том числе Юлия Алимкулова, студентка третьего курса Самарского института культуры. Я никогда бы не подумала, что я буду выступать на одной сцене с Ларисой Александровной, с Эдерой Джузеповной и со всеми педагогами. Это очень большой шанс показать себя. Я безумно рада, что попала именно в эту академию, и что так все случилось, так сложились карты, если можно так сказать. К шоу готовились с сентября. Со студентами работали наставники музыкальной академии. Это Рибиряшвили, Маргарита Пазаян, Юлия Шигай. С джаз-бендом своими знаниями и опытом делился тромбонист Сергей Долженков. На сцене прозвучали джазовые стандарты в оригинальных аранжировках. Также студенты исполнили самые яркие и известные композиции Майкла Джексона, Стиви Вандера, группы «Битлз». Студентов поддержали и педагоги Самарского государственного института культуры, которые тоже выходили на сцену.
концертом наставники Академии Ларисы Долиной провели 5-дневный интенсив, а сама народная артистка дала мастер-класс музыкальным педагогам, которые съехались в Самару из разных регионов страны. На гала-концерте всем им вручили сертификаты, а в завершении вечера несколько хитов исполнила и сама Лариса Долина. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В Самаре продолжается 15-й международный фестиваль документального кино «Соль земли». Одна из главных его особенностей – зрители могут не только посмотреть качественные фильмы, но и напрямую пообщаться с теми, кто их создает. Так, накануне для гостей масштабного культурного события прошел творческий вечер заслуженного артиста России Сергея Маховикова. Подробности расскажет Александр Кочетов. Стихотворение Пушкина, песни Высоцкого и разговор по душам. В Самаре в рамках 15-го фестиваля документального кино «Соль земли» прошел творческий вечер заслуженного артиста России Сергея Маховикова. В Большом зале кинотеатра «Художественный», где проходило выступление режиссера, практически не было свободных мест. По словам Сергея Маховикова, его главной целью было именно общение с гостями культурного мероприятия. Общение всегда самое ценное, что у нас есть. Как можно переоценить общение с друг с другом, да? Наши замечательные легендарные кухни, либо встречи на квартирниках, либо в больших концертных залах – это все общение. Нужно общаться. Вот и все. За свою долгую творческую карьеру Сергей Маховиков выступал в самых разных амплуа – актер, режиссер, сценарист. Под его руководством снимались такие фильмы, как «Заблудившийся трамвай», «Ловец», «Слепой», «Тихая застава». В качестве актера работал в 60 фильмах и театральных постановках. По словам зрителей, встреча с артистом поспособствовала тому, чтобы зарядиться позитивной энергией. Встреча очень душевная, интересно рассказывает истории, красивое исполнение песен. Вот. Вообще, встречи творческие на кинофестивале «Соль земли», они особенные, они очень наполняющие, и исполняются песни, которые западают прямо в самое сердце. Очень приятно находиться и чувствовать энергию зала. Зал поддерживает артистов и всех спикеров. Очень приятно. Фестиваль «Соль земли» продлится до 25 ноября. Его учредитель – Поволжский общественный историко-культурный фонд. Поддержку оказывают региональное правительство, администрация Самары и клуб почетных граждан губернии. Мероприятие призвано объединить лучших сценаристов и режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Сербии и ряда других стран. В программу фестиваля вошли 55 киноработ, которые отобрали из 500 заявок. Также продолжаются и встречи с известными артистами. Сегодня вечером специальным гостем фестиваля станет кинооператор, лауреат государственной премии Сергей Астахов. Александр Кочетов, Николай Епифанов. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Самарцы смогут сдать нормы ГТО в фитнес-клубе, сообщает в телеграм-канале Советского района. К участию допускаются граждане основной медицинской группы, имеющие допуск врача в возрасте от 6 до 70 лет. К обязательным испытаниям относятся проверка скоростных качеств, бег на короткую дистанцию, проверка выносливости, бег на длинную дистанцию, проверка силы, подтягивание, отжимание, рывок гири, проверка гибкости, наклон. Подробнее об акции и условиях участия можно узнать на сайте, адрес которого на экране. Чем малоимущая семья отличается от малообеспеченной, объясняет в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Малоимущей считается семья со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в регионе. Ей положены специальные выплаты и льготы. Например, социальный контракт, натуральная помощь, разовые выплаты в регионах, бесплатное питание в школе, обеспечение жильем, юридическая помощь, стипендии. Обычно все оформляется в соцзащите. Термин «малообеспеченная», как правило, используют для назначения пособий с учетом нуждаемости семьи. При беременности детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 18 до 17 лет. В Самаре продолжается подготовка к новогодним праздникам, напоминает в телеграм-канале Красноглинского района. Город украшает зимними иллюминационными декорациями. Самые масштабные из них устанавливают на склоне у площади Славы. Здесь развернулись наиболее трудоемкие работы. Сначала идет установка металлоконструкции каскадного фонтана, который представляет собой инсталляцию из большого числа элементов, имитирующих волны. Затем на каркасе разместят светодиодные ленты с динамическим эффектом. Их общее число составит 66 штук. Кроме того, будут расставлены отдельные фигуры, которые дополнят композицию. Они расположатся в основном по бокам и в верхней части.
В столице региона состоялось 24-е заседание Совета депутатов Кировского внутригородского района, сообщает в телеграм-канале. Депутаты рассмотрели проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также внесли изменения в положение о публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе городского округа Самара и в положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности. Данные положения приводились в соответствие с действующим законодательством. Определились даты игр 1/8 финала Кубка России по баскетболу между Самарой и подмосковными Химками. Волжане будут защищать титул действующего обладателя трофея. Волейболисты Новы набрали первые очки в Суперлиге, но пока еще не победили. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Баскетболисты Самары и Химок согласовали даты проведения матча 1/8 финала Кубка России. Первая игра состоится 3 декабря в Химках, ответная 19 декабря в Самаре. Обладатель путевки в четвертьфинал Кубка определится по сумме двух матчей. В предыдущем раунде химчане дважды переиграли с Шор Локомотив из Краснодара 89-79 и 87-67. Самарцам перед матчами Кубка России предстоит провести две встречи в единой лиге против питерского Зенита и московского клуба МБА. И тем и другим волжане уже уступали в первом круге чемпионата, а завершили первый круг самарцы также поражением от казанского «Уникса» 86-94. Сейчас в единой лиге «Самара» занимает 6-е место, имея в своем активе 5 побед и 6 поражений. Волейболисты Новы набрали первое очко в российской суперлиге. Новокубышевцы дома уступили нижегородскому клубу АСК на тайбрейке. Первая партия осталась за хозяевами. Это придало уверенности команде. Игроки Новы успешно начали и второй сет, но дожать соперника не получилось. Отдали гостям и третью партию. Лишь в четвертом сете волейболисты Новы смогли удачно провести концовку и вырвать победу. Все решалось в пятой партии, где удачнее действовали гости. 2-3 поражения Новы, которое принесло им первое очко. Команда на 15-м месте в турнирной таблице. Очень результативный матч подарили тольяттинским болельщикам хоккеисты «Лады» и «СКА Невы» из Санкт-Петербурга. Еще в первом периоде автозаводчане дважды огорчили голкипера гостей, но прямо перед перерывом питерцы одну шайбу отыграли. Во втором игровом отрезке тольяттинцы вернули преимущество в две шайбы, но гости снова сократили отрыв. В третьем периоде обмен заброшенными шайбами продолжился. Сначала армейцы сравняли счет, а затем и вовсе вышли вперед. А на 53-й и 54-й минутах тольяттинцы дважды реализовали большинство, вернув себе лидерство. В концовке гости сняли вратаря, но забить не смогли. 5-4. Победа «Лады». Гандболистки «Лады» провели две домашние встречи подряд в рамках Суперлиги. Сначала тольяттинки одержали победу в принципиальном противостоянии против Ростов-Дона. Игра получилась обоюдоострой. В первом тайме южанки даже отрывались в счете, но голкипер «Лады» сделала несколько спасений и вернула команду в игру. Во втором тайме тольяттинки вышли вперед, но игроки Ростова вновь провели мощный отрезок, после которого «Лада» смогла перевернуть ход встречи и победила. 30-25. После такой эмоциональной встречи игра против Ставрополя прошла легче, но напрячься, особенно в первом тайме, все же пришлось. В итоге победа 30-21. «Лада» держится на втором месте в турнирной таблице. Первый этап отбора лауреатов Национальной спортивной премии 2022 завершен. Самарская область представлена в трех номинациях. Об этом сообщили в региональном министерстве. Первая номинация – тренер года, претендент Элина Орлова, тренер по фехтованию. Во второй номинации – спортивный объект России, представлен Дворец спорта имени Владимира Высоцкого. В третьей – комплекс ГТО «Путь к здоровью и успеху», представлена МБУ «Кинеля», спортивный центр «Кинель». Отбор проводился в формате всероссийских конкурсов по номинациям в сфере физической культуры и спорта. Члены конкурсных комиссий рассмотрели заявки и определили по три финалиста в каждой из 18 номинаций. Победители будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 14 декабря 2022 года во Дворце гимнастики Ирины Винорусмановой. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. И сегодня выясняем, обращались ли вы за помощью к психологу. 52% опрошенных никогда не обращались и чувствуют себя здоровыми. 29% хотели бы обратиться. 14% имели подобный опыт ранее. И 5% опрошенных в данный момент пользуются услугами психологов. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся.